три мультитула, и все с виду одинаковые, на самом деле разные. Лезерман Дайкэппинг. Значит, Лезерман очень дорого, мало кто купит, но есть ценители, покупают. Качество отличается. Объяснять сейчас не буду, это долго, это многие еще придираться будут. Да и кэппинги. Если решили не тратиться, купить модель подешевле, то лучше брать модели из флагманов. И да и кэппинги, флагманы. Сейчас покажу, в чем отличие. Вот это у них считается так, промо-версия, вот это флагман. У флагманов на голове всегда написано Stainless Steel. У промо-версии они тоже, скажем так, неплохие. Просто дай кемпинг. Флагманы дай кемпинг копируют, пародируют всегда лезерманы. Лезерман. Я решил не думать, приобрел три. Промо-версия, флагман и Лезерман серии Сурш, полноценными со всеми функциями.